Қайырлы күн, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы үкіметінің баспасөз орталығындағы онлайн брифингті бастаймыз. Кезекті брифинг жұмыспен қамтуды және әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қолдауға бағытталған дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру тақырыбына арналып отыр. Осы тақырып төңірегінде ақпарат беретін қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары, қаржы министрі Әлихан Смаилов, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов, Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму бірінші вице-министрі Қайырбек Өскенбаев. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Әлихан Асханұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Құрметті хандар мен мырзалар, бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев төтенше жағдайдың бітуіне, карантин режимінің жалғасуына және экономиканың ары қарай дамуына байланысты бірқатар тапсырма берді. Оның барлығы үкіметтің кешенді жоспарына кіретін болады және іске асырылатын болады. Үкімет елдегі әлеуметтік экономикалық тұрақтылық пен жұмыспен қамтуды қолдауға бағытталған дағдарысқа қарсы шараларды іске асыруға 5,9 триллион теңгені бағыттайды. Бұл қаражат республикалық бюджет есебінен 3,4 триллион теңгеге және бюджеттен тыс қаражат есебінен 2,5 триллион теңгеге қамтамасыз етілді. Негізінен шығындар халықты жұмыспен қамтуды ұлғайтуға, ай сайынғы кірістерді жоғалтуына байланысты төлемдерге, әлеуметтік төлемдерге, тұрғын үй құрылысына және мемлекет басшының басқа да тапсырмалары бойынша бағытталады. Атап айтқанда, жұмыспен қамтудың жол картасын қаржыландыруға 1 триллион теңге қарастырылған, оның ішінде республикалық бюджет қаражат есебінен 300 миллиард теңге, бюджеттен тыс қаражат 700 миллиард теңге. Осы қаражат шеңберінде өңірлерде инфрақұрылымдық жобалар іске асырылатын болады және 255 мың жұмыс орны құрылады. Айналым капитал жылдық 8%-пен жеңілдікпен несиелеу және қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша жылдық 6%-пен жеңілдіктен несиелеу ұлғайту шеңберінде 1 триллион теңге бюджеттен тыс қаражат қарастырылған. 4,5 миллион адам 2 ай ішінде 42,5 мың теңге мөлшерінде төлем алуда. Бұл мақсатқа 380 миллиард теңге мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан көзделген. Тұрғын үй құрылысын 15 миллион шаршы метрге жеткізу үшін қосымша 390 миллиард теңге бюджеттен тыс көзінен тартылады. Республикалық бюджеттің салық кірістерінің төмендеуін өтеуге және тиісті мемлекеттік барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындауға 1,7 триллион теңге бөлінеді. Экономиканың зардап шеккен секторларындағы шағын және орта бизнес субъектілері мен ірі бизнес өкілдерінің еңбекақы төлеу бойынша салықтар мен алымдарды төлеуден босатуға байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарының өтеуінге 237 миллиард теңге қарастырылған. 313 миллиард теңге әлеуметтік төлемдердің, яғни зейнетақылар, жәрдемақылар, атаулы әлеуметтік көмек, 10%-ке дейін қосымша индекстеуге, стипендияны деңгейін арттыруға және тұрғындардың коммуналдық қызметтерінің ақысын төлеуге жұмсалады. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, еңбек, бизнес жол картасы 2025, ауыл ел бесігі бағдарламаларды кеңейтуге 240 миллиард теңге қарастырылған. Эпидемияға қарсы шараларды жүргізуге 125 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде медициналық және басқа қызметкерлерге қосымша ақы төлеу, халықтың аз қамтылған топтарына азық-түлік тұрмыстық жиынтықтармен қамтамасыз ету қарастырылған. 575 миллиард теңге қосымша шығыстар азаматтар мен экономиканы қолдауға, оның ішінде мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруға бағытталады. Осы қаражаттар шеңберінде Нұр-Сұлтан қаласындағы үлестік құрылыстың проблемалық объектілерін аяқтауға арналған шығыстар, айырбас бағамының өзгеруіне байланысты шығыстар және басқа да шығыстар көзделген. Уважаемые дамы и господа, сегодня президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дал ряд поручений правительству, связанных с завершением чрезвычайного положения, сохранением карантинных мероприятий и необходимостью восстановления нашей экономики и дальнейшего развития. Все эти меры войдут в комплексный план правительства и будут реализованы. На реализацию антикризисных мер, связанных с коронавирусом и снижением деловой активности, правительством направляется в целом 5,9 триллионов тенге, из них за счет республиканского бюджета 3,4 миллиарда триллиона тенге и внебюджетных средств 2,5 триллиона тенге. Расходы в целом направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов,
социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям главы государства. В частности, на финансирование дорожной карты занятости предусмотрено 1 триллион тенге, из них за счет средств республиканского бюджета 300 миллиардов тенге, внебюджетных средств 700 миллиардов тенге. В рамках данных средств в регионах будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тысяч рабочих мест. На льготное кредитование оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширение льготного кредитования инвестиционных проектов под 6% годовых по программе «Экономика простых вещей» предусмотрено 1 триллион тенге за счет привлеченных внебюджетных средств. Порядка 4,5 миллиона человек в течение 2 месяцев получают выплаты по потере дохода в размере 1 минимальной заработной платы или 42,5 тысячи тенге. На эти цели предусмотрено порядка 380 миллиардов тенге из Государственного фонда социального страхования. Для жилищного строительства дополнительно будет привлечено с фондового рынка 390 миллиардов тенге, чтобы довести объемы строительства жилья до 15 миллионов квадратных метров в текущем году. На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и, соответственно, для исполнения всех социальных обязательств государства выделяется 1,7 триллионов тенге. На компенсацию потерь местных бюджетов в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономики предусмотрено 237 миллиардов тенге. 313 миллиардов тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат, это пенсии, пособия, адресная социальная помощь, повышение стипендий, возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг. На расширение госпрограмм развития агропромышленного комплекса «Ембек», дорожная карта бизнеса, аул Ельбесега предусмотрено дополнительно 240 миллиардов тенге. На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 миллиардов тенге. Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений главы государства, это 575 миллиардов тенге. В рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в городе Нур-Султан и другие приоритетные задачи. В связи с тем, что в интернете некоторые блоги пишут, что Казахстан потратил на борьбу с коронавирусом 13,5 миллиардов долларов и сравнивают с некоторыми соседними странами, где выделено меньше средств, хочу сказать, что это абсолютно некорректная информация. На борьбу с коронавирусом, непосредственно на борьбу с коронавирусом или на противоэпидемиологические мероприятия в республиканском бюджете предусмотрено, как я сказал, 125 миллиардов тенге. До этого из резерва правительства было выделено порядка 25 миллиардов. Итого 150 миллиардов тенге, или в переводе на доллары, это порядка 350 миллионов долларов. И они находятся в составе 5,9 триллионов тенге, которые направляются, как я сказал, в целом на реализацию антикризисных мер, а именно на поддержку занятости в нашей стране, на поддержание доходов населения, на социальные выплаты, на поддержку бизнеса, в том числе на льготное кредитование предпринимателей, жилищное строительство и так далее. И эти средства распланированы на весь год. Например, на льготное кредитование бизнеса направляется 1 триллион тенге. Это возвратные средства, которые предоставляются в виде кредитов по низким ставкам. И по мере возвращения этих кредитов будут возвращены в источники, где эти деньги были заняты на фондовом рынке. На реализацию дорожной карты занятости направляется 1 триллион тенге, из которых 300 миллиардов из бюджета, остальные внебюджетные средства, как я сказал. Это строительство, реконструкция социальных объектов, объектов ЖКХ, инженерной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. И там будет создано порядка 255 тысяч рабочих мест и так далее. То есть все средства, направляемые правительством в течение текущего года, это больше, чем просто борьба с коронавирусом. Это в целом на антикризисные меры, связанные с снижением деловой активности в мире, с карантинными мероприятиями, снижением спроса и предложения в целом на мировом рынке. И имеют важное социально-экономическое значение для нашей страны и позволят сохранить занятость населения, их доходы и поддержать деловую активность в нашей стране. Спасибо.
Алихан Асханович, благодарим за предоставленную информацию. К нам поступил ряд вопросов от журналистов. Позвольте задать некоторые из них. Первый вопрос. В прошлом году республиканский бюджет на 2020-2022 годы был сформирован, исходя из цены нефти $55 за баррель и $370 за доллар. Цифры сегодняшнего дня другие. Будет ли вновь корректироваться бюджет и каким будет алгоритм корректировки бюджета с учетом пандемии и экономической ситуации в стране? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, с начала года, в связи с тем, что в мире развернулась пандемия коронавирусной инфекции, в связи с тем, что деловая активность во многих странах снизилась, соответственно, снизилось и производство, и, соответственно, упали цены на нефть, на металлы, снизился спрос на нашу продукцию. Соответственно, и в Казахстане также было объявлено чрезвычайное положение, карантинные мероприятия были реализованы. Все это потребовало того, чтобы скорректировать прогноз социально-экономического развития в текущем году. И мы в апреле текущего года пересмотрели республиканский бюджет с его уточнением. В частности, номинальный валовый внутренний продукт был снижен на 4,8 триллиона тенге до 69,7 триллиона тенге. Цена на нефть до конца года нами снижена с 55 ранее запланированных до $20 за баррель. Среднегодовой расчетный курс доллара был увеличен до 440 тенге, и уровень инфляции коридор 9-11%. Но хочу отметить, что этот прогноз является консервативным сценарием, с тем, чтобы, как говорится, готовиться к худшему, но при этом надеяться на лучшее. И основной задачей уточнения этого бюджета было, это, как я говорил, поддержка занятости в стране, доходов населения, поддержка бизнеса, ну и обеспечение сбалансированности нашего республиканского бюджета. Мы, соответственно, поступления республиканского бюджета запланированы на текущий год на уровне 11,8 триллиона тенге с увеличением на 516 миллиардов тенге, расходы на уровне 14,3 триллиона тенге с увеличением на 1,4 триллиона тенге, дефицит бюджета 2,4 триллиона тенге или 3,5% КВП. Мы будем сейчас мониторить ситуацию, как будет складываться эпидемиологическая и экономическая ситуация в мире, в нашей стране, и будем анализировать макроэкономические показатели, и по итогам полугодия и 9 месяцев будем смотреть, будет ли необходимость в уточнении нашего бюджета осенью. Но это время покажет. Спасибо. Следующий вопрос. В рамках антикризисных мер сколько было выделено средств для поддержки малого и среднего бизнеса? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Общий объем дополнительного финансирования малого и среднего бизнеса составляет в текущем году 1 триллион тенге. Из них 600 миллиардов тенге по линии Национального банка. Это программа льготного финансирования, пополнение оборотных средств. Ставка составляет 8% здесь, а также 400 миллиардов тенге в рамках программы «Экономика простых вещей». Здесь ставка составляет 6%, поскольку она субсидируется государством. Дополнительно также финансирование удвоено для субсидирования в рамках дорожной карты бизнеса 2025. Это позволит удвоить портфель льготного финансирования. Также по поручению главы государства разрабатывается новое направление. Это предоставление льготного финансирования большому числу предпринимателей. Это малый и микробизнес. Кроме того, реализуются инфраструктурные проекты в рамках Нурлы-Жер, Нурлы-Жол, программы развития регионов, дорожная карта занятости. Приняты меры по стимулированию кассодержания в государственных закупках. Все это поддержит прямо, косвенно поддержит наших субъектов малого и среднего бизнеса. Спасибо. Спасибо. Ежедневно поступает много вопросов, связанных с выплатой 42 500 тенге. Бажан Бидайбекович, скажите, пожалуйста, сколько всего человек получили данную выплату? Многие люди уже получили вторую выплату, и объясните, кому она полагается. Режим чрезвычайного положения закончился. Будет ли продолжен прием заявлений? Если нет, то что будет с заявлениями, поданными до 11 мая? Пожалуйста. Рахмет.
42500 теңге дегенді естеріңізге сала кетейін. Бұл төтенше жағдайдағы шектеулерге қатысты жұмыс істеп жүрген азаматтардың алып жүрген табыстарынан, жалақысынан айырылған жағдайда төленетін төлем. Барлығы осы күнге дейін 4 539 мың адамға осы төлем тағайындалып төленді, 193 миллиард теңге. Оның ішінде осы төтенше жағдайдың бірінші айында, яғни 16 сәуірге дейін өтініштерін өткізген азаматтар, өтінішті өткізген күнмен есептегенде тағайындалған төленген мерзім емес, өтінішті өткізген күнмен есептегенде 3 миллион 735 мың адам. Осы адамдар екінші айға да төлемдерін алуға құқылы. Ол төлемдерді біз іске асыра бастадық мамыр айының басынан. Осы демалыстардың алдында 5-6 мамыр күні біз 2 миллионға жуық адамдардың шешімдерін рәсімдеп 99 миллиард теңге банктерге жібердік. Енді біраз адамдар алып үлгерді, бірақ банктер жұмыс істемеген соң демалыс күндері бүгін ала береді ары қарай. Және де бұл төлемдер басқа адамдарға да қалғандарына да жалғасатын болады. Ал енді 11 мамырға қатысты бүгін төтенше жағдайдың мерзімі аяқталды. Сондықтан да біз бүгіннен бастап жаңадан осы 42500-ге беріліп жатқан жаңа өтініштердің қабылдауын тоқтатамыз. Бірақ осы 11 мамырға дейін өткізілген өтініштердің барлығы міндетті түрде қаралып, ережеге сәйкес болса тағайындалып төленетін болады. Жауабыңызға рахмет. Тұрғын үй құрылысына қосымша 390 миллиард теңге бағытталады. Бұл қаражаттың бөліну механизмі қандай? Тағы да ірі компанияларға беріледі ме? Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша нұрлы жер мемлекеттік бағдарлама іске асыру үшін 390 миллиард теңге көзделіп отыр. Оның 180 миллиард теңгесін ұлттық банк акционерлік қоғам Байтерек арқылы бүкіл өңірлерге тараттық. Үй құрылысы басталып кетті. Осы жылдың аяғына дейін осы 180 миллиард теңгеге үй құрылысы толығымен бітеме деп жоспарлап отырмыз. Қосымша ұлттық банк 210 миллиард теңге акционерлік қоғам Байтерекке бөлейін деп отыр. Ол бүгінгі мемлекет басшысы айтып кеткен тапсырма бойынша пилоттық жоба 5-10-20 іске асыру үшін бағытталып отыр. Сол себептен қазір ол ақша қайтарылымда ақша, бүкіл ақшалар 4%-дан ұлттық банк акционерлік қоғамға беріп отыр. Сол себептен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің үлескерлігіне 5%-дан берілетін болады. Осы ақша бөлінгеннен кейін, ана жаңа үй құрылыстары салынғаннан кейін осы пилоттық жоба биыл іске асырылатын болады. Жауабыңызға рахмет. Из резерва правительства выделено 125 миллиардов тенге на противоэпидемиологические меры. Скажите, пожалуйста, более детально, сколько средств было выделено и как будет мониториться их расходование? Спасибо, пожалуйста, за вопрос. Во исполнение поручений главы государства к тем ранее выделенным деньгам из резерва в рамках уточнения республиканского бюджета на текущий год на непосредственно борьбу с коронавирусом, на противоэпидемиологические меры предусмотрено дополнительно 125 миллиардов тенге. Это в том числе 40,6 миллиардов тенге на стимулирование работников системы здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях, 19,5 миллиардов тенге. Это оплата за медицинские услуги медицинским организациям за лечение лиц с коронавирусной инфекцией и лиц, госпитализированных с подозрением, а также с целью изоляции с подозрением на контакт с больными с коронавирусом. 14,8 миллиардов тенге на строительство 3 медицинских модульных комплексов карантинного типа в городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы, общей сложности на 680 коек. 38 миллиардов тенге на предоставление продуктово-бытовых наборов отдельным категориям населения за период чрезвычайного положения. Это получатели адресно-социальной помощи, в том числе дети от 6 до 18 лет, инвалиды 1-3 группы, дети-инвалиды, лица, занятые по уходу за ребенком-инвалидом, зарегистрированные безработные. В целом продуктовыми бытовыми наборами обеспечено 1 миллион человек, и в течение месяца эта работа будет завершена. В целом будет 1,1 миллион человек обеспечено. 8,1 миллиардов тенге на выплату премии сотрудникам, медицинским работникам органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии вооруженных сил в размере одного должностного оклада. Это порядка 66,3 тысяч человек.
4 миллиарда тенге – это на обеспечение услугами связи и функционирования межведомственных информационных систем в связи с тем, что увеличилась нагрузка на сети в связи с онлайн-услугами, увеличением нагрузки в связи с удаленным режимом работы и в целом на увеличение количества пользователей сети. 1,3 миллиарда тенге на приобретение продовольственного и социального имущества, а также имущества для оснащения палаточного городка и обеспечения безопасности на блокпостах. 225 миллионов тенге на приобретение тепловизоров и 200 миллионов тенге на проведение информационно-разъяснительной работы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом все расходы, которые выделяются в рамках антикризисных мер, и эти средства в том числе постоянно мониторятся. Для этого есть работа органов казначейства, а также органов внутреннего государственного аудита, которые контролируют в рамках камерального контроля. Спасибо. Каков прогноз правительства относительно уровня безработицы в перспективе ближайших нескольких месяцев и до конца года? Пожалуйста. Безусловно, ситуация на рынке труда и восстановление занятости, они в первую очередь будут зависеть от темпов снижения, ослабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и организаций, а также тех мер по оживлению экономики, о которых мои коллеги сегодня информировали. И, естественно, сам процесс восстановления занятости он будет более сложным. Но, тем не менее, мы на уровне Министерства труда прогнозы, конечно, делали. Мы рассчитываем на то, что основной объем ослабления карантинных мер придется, если на июнь-июль месяц, то более полное восстановление занятости начнется в четвертом квартале текущего года. И по итогам года, к концу года, возможно, уровень безработицы будет на уровне 5,9% против 4,8% до чрезвычайного положения. Но, тем не менее, правительство уже предприняло меры по обеспечению занятости населения. Запущена дорожная карта занятости, расширенные возможности программы «Еңбек» и наряду совместно с другими 9 государственными программами, мы, и учитывая их потенциал, мы планируем, что в текущем 2020 году в целом мерами обеспечения занятости мы сможем охватить более 1 миллиона 200 тысяч человек. Спасибо. Благодарю за ответ, Биржан Бидабекович. Следующий вопрос. Во многих производственных секторах страны присутствуют значительные импортные потоки продовольственных и непродовольственных товаров. Какие меры сегодня принимаются правительством по финансированию приоритетных товаров и услуг, направленных на внутреннее потребление? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Сегодня реализуется комплекс мер, направленных на организацию производства товаров для обеспечения внутреннего спроса. Для этого, прежде всего, необходимо финансирование. Для обеспечения финансирования реализуется программа «Экономика простых вещей». В этом году финансирование увеличено, дополнительно выделяется 400 миллиардов тенге. Средства будут направлены на производство и переработку в сфере АПК, в обрабатывающую промышленность, услуги. Всего будет поддержано свыше 133 видов деятельности, которые предложены к производству свыше 300 товаров потребления. Это начиная от продуктов питания, заканчивая лекарствами и оборудованием. Кредиты предоставляются сроком на 10 лет, ограничений по сумме нету. Ставка вознаграждения составляет 6%, она субсидируется государством. Если есть вопросы по залогам, не хватает залогов, то предусмотрено получение государственного гарантирования. Спасибо. Спасибо. Шағын және орта бизнес үшін салықтарды кейінге қалдыру бойынша сұрақтар көп және де пікірталас тудыруда. Кейінге қалдыру 3 айға берілген болатын, алайда бизнесті тым болмаса бұрынғы қалпына келтіру үшін кейбір салаларда бұл мерзім жеткіліксіз. Фискалды төлемдер бойынша кейінге қалдыруды ұзарту туралы мәселе қарастырыла ма? Егер қарастырылатын болса, қай салаларды қозғайды? Сұрағыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты 1,2 миллионға жуық шағын микро және шағын бизнес субъектілеріне арнайы салық режимін қолданылатын 3 жылға осы жылдың басынан бастап барлық табысқа байланысты салықтарды төлеуден
босатылды. Сонымен қатар, қызметтерін жалпы режимде жүргізетін жеке кәсіпкерлер биылғы жылдың аяғына дейін табыс салығынан төлеуден босатылды. Бұл шамамен тағы 72 мың жеке кәсіпкер. Биылғы жылдың бірінші маусымға дейін 1,3 миллион шағын және орта бизнес субъектлері бюджетке төлейтін салықтар мен төлемдерді, соның ішінде әлеуметтік төлемдерді де кейінге қалдырылды. Осы мерзімге дейін салықтық және кедендік берешектерді мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары да тоқтатылады. Енді айтып кететінім, салық кодексіне сәйкес, егер салық төлеуші берешектерін төлей алмайтын жағдайда болып жатса, олар өздерінің тіркеу орны бойынша осы берешекті төлеудің мерзімін кейінге қалдыруға, немесе оны бөліп төлеу жөнінде жергілікті мемлекеттік кіріс департаментіне барып жүгінуіне болады. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Какая сумма была выделена на возмещение коммунальных услуг за 2 месяца по 15 тысяч тенге? Сколько граждан получили эту выплату и сколько остается на очереди? Как распределялись средства между акиматами по мере заявок или же по численности населения? Пожалуйста. В целях поддержки граждан в населенном пункте, где был объявлен карантин, было принято решение по возмещению затрат по коммунальным услугам. Для этого в республиканском бюджете было выделено 49,3 миллиарда тенге. Были определены 7 категорий социально уязвимых слоев населения. После этого наше министерство были получены с местных исполнительных органов списки тех людей, которые попадают под эту категорию. Всего 1 600 000 семей попадают под эту категорию. И все необходимые процедуры, документы уже приняты. С этой недели данные финансовые ресурсы будут переданы местным исполнительным органам и начнется оплата этих коммунальных услуг. Я население хотел бы попросить не поддаваться какой-то панике, потому что во всех населенных пунктах, где был объявлен карантин, независимо в марте или в апреле этот карантин был объявлен, было принято решение, что будут выплачены двухмесячные коммунальные услуги. Это с 1 апреля по 30 апреля и с 1 мая по 30 мая. Поэтому те финансовые ресурсы, которые будут получены, они будут перечислены на ваши лицевые счета, и вы сможете погасить за эти 2 месяца коммунальные платежи. Благодарю за ответ. Министерство финансов Республики Казахстан, презентуя закон о республиканском бюджете на 2020-2022 годы, сообщал о снижении ненефтяного дефицита в 2020 году до 7% ВВП за счет роста доходов от ненефтяного сектора и ограниченное использование средств нацфонда. В апреле 2020 года в указе президента об уточненном бюджете на 2020 год установлено 10,8%. Говорит ли это о том, что этот показатель с учетом реалий сегодняшнего дня – будет только увеличиваться. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Действительно, при уточнении республиканского бюджета ненефтяной дефицит был увеличен с 7% КВП до 10,8% КВП. Ну, фактором этого роста стало увеличение гарантированного трансферта с национального фонда. Но это разовая акция. Мы придерживаемся концепции необходимости сбережения средств в национальном фонде, поэтому правительством будут приняты меры по снижению этого размера гарантированного трансферта с национального фонда. В текущем году мы были вынуждены обратиться за дополнительными средствами в национальный фонд, поскольку тот кризис, который в нынешнее время переживает не только Казахстан, но и весь мир, он является более масштабным и более глубоким, чем все те кризисы, которые мы переживали в годы нашей независимости. Связано это и с пандемией, и со снижением деловой активности в мире, и со снижением спроса и цен на основные экспортные наши позиции, с карантинными мероприятиями и так далее. Поэтому мы в настоящее время работаем над тем, чтобы на дальнейшие годы, предстоящие 3 года, в частности, увеличить доходы нашего бюджета
и оптимизировать, сократить расходы бюджета с тем, чтобы уменьшить ненефтяной дефицит. И мы планируем к 2023 году довести его уровень, уменьшить его уровень в два раза до 5,3% КВП. Будем над этим работать с тем, чтобы постепенно ненефтяной дефицит снижался. В текущем году, я уже говорил, что мы запланировали до конца года цену на нефть на уровне $20 за баррель. Это означает, что мы не планируем каких-либо поступлений от нефтяного сектора. В следующем году также мы планируем, что цена на нефть будет не намного выше этой величины. Соответственно, это говорит о том, что правительство в своей работе не будет полагаться на нефтяные доходы, а будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе. Спасибо. Спасибо за ответ, Алихан Асханович. Құрметті қонақтар, алаңызға арнайы келіп, толыққанды ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен онлайн брифингті аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.